Добрый день, дорогие подписчики! С вами Дивно Светлое. Невозможно было удержаться, чтобы не выложить это видео. Ефросинья Семеновна рассказывает о своей теперешней жизни. Я пролежала месяц, 4 дня. И врачи сказали, мне ничего не вводили, а только дети звали, они сказали, не знаем, мы ее спасем или нет, она очень задавлена. Но я все-таки выкарабкалась. Девочки, надо не жалеть, потому что я вам говорю, доживите до таких игр. Вот с таким оптимизмом, с такой любовью к жизни. Что вы думаете, если бы она не верила в справедливость, в честность, вот не чувствовала, что она нужна нам, она бы и не выздоровела, выздоровела же. Ну, поэтому я вспоминаю Николая Лукича, который, помните, в «Царство небесное». Недавно смотрел кино «Убить Гауляйтера». Моя мама там снимается, Ефросинья Семенова на первом плане, Николай Лукич, много-много кадров, больше, чем все остальные. Анна Антоновна, Царство Небесное, представляете? Боже мой, Александр Яковлев, Царство Небесное. Это вот с легкой руки, я тогда говорю, идите, поснимайтесь. Лена говорит, боже, какое счастье, увидеть живыми, да еще в таком серьезном фильме. Это просто здорово, понимаете? Поэтому... Ефросинья Семеновна, мы вас очень любим, ценим и уважаем. Спасибо. И чтобы вам, и чтоб в ближайшие 50 лет вам Бог еще дал здоровье, а там уже как будет. Веселая, приятная внешности, и ей дает Бог жить, не тужить и радовать нас своими успехами. Кадрики здесь. Это история, это такой богатый человек, ей так было интересно, она начала с тех вот лет, вот таких, да, и закончила тем, что все-таки муж вернулся. Дожили, и она живет и радуется этой жизни. Я говорю, на каком этаже живете? Вы знаете, как она называется? Она так забирает все. Вторые корпусы. Меня отняли сыновища, я упала. Ну, все равно я пойду. Дети хотели забрать машину. Я говорю, я не поеду. Я пойду на хор. Мама, какой тебе хор? Оптимистка еще та. И все же волнительно и торжественно. Близкий хор имени хочется. Хор ветеранов войны и труда. Идут поздравления. А ведь не за горами 9 мая. День Победы. Наши ветераны живы. И мы их поздравляем. Многое лето от всей души.